Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Нейзи, и сегодня я хотел бы показать вам такую игрушку, ну, хоррор, под названием Case Animatronics. Я ее очень долго ждал, собственно, и дождался, да, она вышла, и, собственно, давайте начнем уже. Не забудьте надеть наушники, внимание, со слабыми нервами временным в эту игру нельзя играть. Окей. И что у нас тут? Темнота. Похоже, я уснул. Уже почти полночь. Это еще что такое? Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Ну да, самая гениальная идея во всех хоррор-играх, фильмах и прочей хрени. Фонарик. Класс. Так. Ах, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Высокоинтеллектуальная шутка. Я вижу, у нас главный герой стендапер, да? Ну, вместе с Хованским там стоит, смешит публику. Сколько же все это стоит? Где-то 1005, блядь. Так, ясно, понятно. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Как, вот, блядь, просто вот ясно, понятно. Это... Каким надо быть сверхразумом, да, чтобы вот так вот, блять, я не удивлюсь, если он кому-то еще в ВК отвечает на сообщение, ясно, понятно. Я хочу просто убиться. Ну что, удобная штука. Лет через 10 такие везде поставят. Но вот человека она все равно не заменит. Серьезно? Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. А, и да, субтитры не совпадают с тем, что говорит главный герой, но ничего, я не буду придираться. Так, надо выключить планшет. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Черт возьми. Конечно. Это еще что? Аллаху Акбар! Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Вот-вот, и смотрите, чуваки, вот, у нас как бы есть лампа, да? И вот лампа, она вообще, как бы, вот насрать, что там, не знаю, генератор охнулся, да, или просто там пробки выбило. Светильник все равно горит, и вентилятор крутится, да, и телефон работает, конечно. Так, что мы можем сделать, собственно, во, пончики. Главным делом, сразу, мы же работаем полицейским, да, детективом Бишопом. И мы должны сожрать все пончики. Это чтобы набраться храбрости. Я не удивлюсь, если в детстве он вот так же с такими звуками и жрал так. И силой мысли он умеет открывать эти хрени, я забыл, как называется. Угу, понятно. Ясно, понятно. Так. Собственно, надо пройтись, осмотреться. Так, тут типичный офисный планктон работает, да? Ну, только полицейский планктон. И еще одна лампа, которая не подвержена запитанию, она работает просто исключительно для себя, в свое удовольствие. Она никому не нужна. Дверь закрыта, класс. В Нарнию нахуй. Так, что у нас вообще тут еще имеется? Дверь и какие-то пердящие звуки. Блять. Ну нахуй. Так, раздевалка закрыта. Так, вот, диспетчерская. Ну-ка. А, вот щиток, да? Вот щиток. Есть. Ясно, понятно. Ебать, как страшно, ну ладно. А, этот хоррор... Ой, фу, этот хоррор. Это меня не испугало? Приснится же такое. Приснится же хуйня такая. Так, уже полночь, пора идти домой. Ночной вызов. Надеюсь, обойдется без выезда. Привет, Бишоп. Здорово. Прекрасная ночь, не правда ли? Охуенно. Я уверен, что ты не помнишь меня. Но ты же Ковинский. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Заебись! Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. О, почти. Что за псих? Что со светом?
кажется, у меня дежавю. Нет, просто имбецил. Надо бы сходить проверить щиток диспетчерской. А, да, снова, давайте проверим щиток диспетчерской. Гениальная идея, но перед этим надо похавать пончиков. Фух, вот теперь за дело. Так, все, пончики пожрали. А зачем нам куда-то идти? Мы можем просто спрятаться под стол. И, собственно, кто нам звонил? Это полюбасу был Ковинский, да? Со своим этим... Ну, Night Call, знаете, песни такие? I'm giving you a night call. Вот. Дверь закрыта. Странно, она была открыта. А, вот что... Ой, блядь. Вот что вот там вот из меня напрягает больше всего? Это Ковинский сдох, да? От моих песнопений. Блядь, больше не буду петь. А, здравствуйте. Дратути. Вы кто? Так. AF. Эту херню можно выключить? Нельзя. Ладно. И, собственно, что в этой игре делать? Обсираться? Так. Блять, все закрыто. Ладно, давайте посмотрим этот планшет. Ага. Понятно. No signal. Ну и вырубись тогда нахер. Я думаю, раз нас сейчас будут пугать всякие херовины страшные, да? Комната допроса. Не, я за... Блять. Я не знаю, что тут происходит. О, диспетчерская, ну-ка. Ага, понятно, нет. Закрыто? Кто мог сменить пароль? Ладно, я тогда знаю, какой пароль. И если мы играем в русскую игру, то по-любому, либо 1488, либо 1337. Ну идите в жопу. Так, о, огнетушитель. Можем им кому-нибудь по ебальнику дать? Ну, как монстрами, знаете, я любил. Ой, нахуй я это сделал. О-оу. Сейчас сюда пригибется кто-то. Нет? Да? Ой, бля. Ой, вот зачем я это сделал? О-оу. А если я пройду... Блять. Бэтмен! Или это Бишоп, не знаю, его разукрасили так. А диспетчерская-то не работает, нихера. Окей, и куда надо идти? Туда я не очень хочу. Так, зал совещаний какой-то. Ой-ой-ой-ой, блядь. Вася, Вася, эй, ты живой? Вася, блядь, не, нахер я не хочу туда. Блядь. Вася, алло. Ну тут по-любому скример какой-то будет, когда я к нему подойду, да? Эй. 5-8-1-9. Ой. Понятно, иди нахуй. 5-8-1-9. 5-8-1-9. 5-8-1-9. А, сука! 5-8-1-9. Так, отлично. Осталось найти электрический щит. Может, ты нахуй все закроешь тут, блять, а? А то опять... Будет твой дежавю, сука, ссаные. Так ты лучше. Теперь нужно включить второй щиток. Охуеть, ты так говоришь, как будто тебе вообще поебать, да, что происходит. Второй щиток, блять, где я тебе его найду, второй щиток твой? Так. Вы, так. Где эта ссаная панда сидела, или кто это был, не знаю. Какой-то енот ссаный. Бля-б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 ля. Прячься. Ну, в кабинете же можно было прятаться. А тут нельзя. Или может ему это... Ну, я же за полицейского играю. Может ему дубинкой по ебасосу дать. Ладно, не будем ссать, будем мужиками. Ну нахер. Не-не-не-не. Охренеть. Это я про то же. Охренеть. Может вырубить свет? Так, в темноте этот говноед, я так думаю, нас не видит. Поэтому я... Так, вот вы. А чё охренеть-то? А, надо еще экономить заряд батареи, точно. А, во, он сказал, типа, у Бена, да, есть это, в его кабинете зарядник. Дратути. Окей, пойдем куда-нибудь. Блять, что такое? Опа, а где? Где эта срань? Эй. Ну, с
вспомнил что-нибудь? Как тебе мой подарок? Нравится? Нравится, да? Он обожает, обожает играть. Класс. Обожает играть, ну и пусть идет нахуй. Играть он хочет. Ебал я его хотелки. Хочет, обожает он играть. Надо его как-то наебать. Обожает он играть. Йоу, рифма. Опа. Он тут ковыляет, сука. Так. Вон, он ходит, мразь. Блять, у нее звуки ходьбы, как флешка в этом, в CSGO. Он пернул. Я понял, тут как в Dead by Daylight. То есть, когда рядом какой-то аниматроник или прочая херня, то у меня сердечко тук-тук-тук-тук. Это... А, вот эта мразь ходит, смотрите-ка. Так, ну от меня он далеко, да? Этот паскудник. И он ходит так, как будто в штаны нас... насрал. Куда он идет? Эй, говноед. Куда он ушел-то, ёпты? Короче, насрать. Походу придется бегать от этой мрази. И надеюсь, он такой тупой. А, вот ключ-карта. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. О, заебись. Залезай нахуй. Ой, ебать. Да ладно, я успел залезть. Этот говноед меня не спалил. Ты можешь, блядь, не дышать. Ну или хотя бы не так сильно дышать. Я, конечно, понимаю, что тебе штаны уже пора снимать. И нам нужно уже не ключ-карту использовать, а идти в химчистку какую-нибудь. Но, бля. Чувак, держи себя это, в руках под контролем. Я думаю, самое время вылезти. Ой, блядь, нет, я пошутил. Нига, блядь! А ты гандон сам. Ну и сосите хуй. Аниматроники съели вас. Чем они меня переваривают? Блядь. Реально, чем они меня переваривать будут? Я так думаю. Ой, блядь. Эй, хуйло, ты меня не видишь? Ой, блядь. Я пошутил! Это пранк! Братан, это пранк! О, пончики! Класс! Чё он сюда приебётся такой? О, где мои пончики? Блядь, с таким голосом, блядь, я его сам испугаю. Пончики. Надо жрать больше пончиков. Симулятор поедания пончиков. А не хоррор. Ага, вот он съебался отсюда, да? Это архив какой-то, я так понимаю. Вот, блядь. Тут он стучит, блядь. Опа! Винтовка, мне нужна эта винтовка, это Scar H, да? Scar H, не знаю. Так, кто, блядь, бьется? Так, нет, нахуй, я тебя тут... Я думаю, придется потом стрелять по этим говноедам, да? Ага, понятно. Ясно, понятно. А вот теперь представьте, вот как бы вы сидели в тесном шкафчике, да? Вот так вот, блядь, в левой руке планшет, да, а правый этот... фонарик. Так. Этот говноед пошел кушать пончики. А ну иди сюда, я втащу тебе, сука. Где ты? Чё, засал? Иди сюда! А потом я набил ему ебальник. Приятного просмотра. Простите за спойлер. Так, собственно, я появился снова в этой душевой. Ну, давайте помоемся тут. Блять. О, братан, хочешь помыться со мной? Иди сюда. Чё? Я знаю, что горячую воду отключили. Но чё так орать-то, блять? А теперь
коротко об этой игре. Понятно. Блять, ну сука, ну что за хуйня тут? Ебал я в рот такой поход. А, вот щиток второй. Отлично. Теперь во всем здании есть свет. Ага, и проснулся второй говноед. Больной ублюдок. Гигантская кошка. Что еще придумаешь? Так, надо держаться подальше от вентиляции. А, планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Класс, и теперь все аниматроники нас будут видеть. Знаете, Бишоп говорит так, что... Кажется, у Бена была зарядка, да? Я как будто ебу, кто такой Бен. Блять, залезай в ебаный шкаф. Знаете, звук такой... Блять, как будто он, не знаю, старая старушка и... пытается пройти за пенсией, блядь, и не спалиться. Какого нахуй Бена? Да сосите, сука. А, бля, я борец! Блядь! Больной ублюдок это тот, кто создавал эту игру. Я вообще не ебу, что ли. Ага. Угу, ебаная кошка. Короче, вывод. Нельзя стоять долго у вентиляции, и вот я сейчас последний раз сольюсь, да, и заканчиваю с этой игрой. Короче, это реально игра для стримов. Вон, ходит это. Ага. О, я слышу его, во. Ну, конечно! Пиздец. Короче, ставлю этой игре 10 из 10. Не, 11 из 10. До скорого, короче, чуваки. Надеюсь, стрим замучу. Давайте, пока.